Мэр города Юрий Шалабаев сегодня участвовал в принятии присяги курсантов речного училища. В этом году первокурсниками стали 540 человек. Церемония проходила около катера героя. Дорогие друзья, в этом году 150 лет исполняется Нижегородскому речному училищу. Одному из символов нашего города это водичное, это естественно, что это символ нашего города, потому что он стоит в слиянии двух великих рек и исторических центров водного и судостроения. Учиться здесь – это мечта многих, поэтому конкурс, как всегда, высок. Я хочу вас поздравить, что в этом конкурсе прошли. Меня очень с детства манило море, очень давно хотелось побывать моряком. И поэтому я пошел в речное училище. Я еще, наверное, с 6 класса определился, куда я хочу идти. Изначально что они были? Просто ребятишки, школьники. А сегодня такой день, после которого они, жизнь перевернется, они будут совсем взрослые, по форме, красивые. Очень волнительно. У меня не первый выпускник из этого речного училища. Мы только вот в этом году выпустили первого своего ребенка. Сейчас присягу второго. Мы горды. Горды за наших детей.